quoi t'en as ma soliste? Что? 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 Вот. Вот. Яйцо. Это? Из него должна вылупиться наша дочка. Это что? Это же яйцо дразда. Мне не нужна принцесса-птичка. Нет. Ну, вовсе не птичка. А Кеба сказала, что из него вылупится девочка. С ручками, ноготками, носиком. Это что? Ну, носиком? Со всем, что положено иметь девочке. Ой, носиком, да. Надо, чтобы она не упала и не ободрала его в асфальте. Подожди. Но ты ведь должна его высидеть. Да! Представь себе, я должна его высидеть! Королева в гнезде, как какая-нибудь курица! Позор! Куда? Ты знаешь, мне это тоже совсем не нравится! Ну разве это прилично? Это совсем не прилично! Я возражаю! Ну, я тогда все-таки попробую. А я буду возражать! Ну, куда выйду? Разве такая упрямая? Возьмите хотя бы треповые подушки, чтобы было мягче и теплее сидеть, да? А я велю построить высокий забор вокруг липы. Да-да-да-да-да! Ой, иначе все королевство сбежится на нее посмотреть. Ой, а вот это нам... Ни к чему. Так и поступили. Высиживала яйцо на дереве. Что, удобно? Ой, нет. Вот так вот. Конечно, ну не совсем удобно. Но зато никто не мог ее увидеть, ведь липа была окружена глухим забором. Ну, ваша лиса, забава. Ой. Через 3 недели яйцо треснуло. Ой! Ой! Мама! Ну что? Сейчас вот это вот. И правда! Из него вылупилась не птичка. А девочка! Чудесная маленькая девочка. С ручками! Ноготками! Носиком! Слава! Чудесная маленькая принцесса! Это ерунда! Ведь они всегда будут прикрыты платьицей! Ну да! Правда?